Друзья, всем привет! Сегодня мы с Муслимом. Парень приехал из Кыргызстана, из Бишкека, для того, чтобы получить американскую визу. Все получено. Сейчас чуть позже покажем то, ради чего стоило сюда ехать. Муслим двигается в сторону Нью-Йорка. Муслим, кому едете в Америке? Там родственники, близкие. Друзья есть. Куда поедете? Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Понятно. Чем будете заниматься? Поваром буду заниматься. Вы повар? Да. Большой опыт? Да, большой опыт. Вот Муслим, повар, кстати, это очень распространенная профессия для Америки, хочет работать поваром. А по времени сколько находитесь здесь, в Москве? Месяц, больше месяца. То есть получилось месяц и плюс-минус там, да? Кто вами занимался? С кем вы взаимодействовали? Элеонора. Элеонора? Да. Как общее впечатление о работе с Элеонорой? Элеонора, он хорошая, он мне помогал нормально. У нее работать... Нормально. То есть с ней работать да, хорошо. Да, с ней работать. Да, занималась Элеонора. Кстати, выбирали место для подачи на визу. Сначала в приоритете, конечно же, был Бишкек, чтобы не прилетать сюда. Но здесь, в Москве, можно записаться через бота. Как я уже говорил в одном из роликов в Instagram TV и в YouTube, что в Москве можно записаться через элитный бот. Это 2-3 недели. Можно чуть-чуть дешевле. Это будет месяц ожидания. Ну, в общем, в Москве возможно. Главное, не через личный кабинет. И все у вас получится. А порекомендуете компанию Migrant Consulting? Да, рекомендую всем друзьям, близким, все родственники. Очень хорошая эта компания. Понятно. Волнуетесь? Да, волнуюсь первый раз. Первый раз снимаете? Да. Видите, ребят? Сейчас покажем то, ради чего сюда стоило ехать. Так, подержите. Это наши данные, а это самое главное. Мен бардык таныштарыма, бир туугандарыма, досторума ушул компанияны сунуштайт элем. Бул компания менен иштеген эң сонун, эң жакшы, мыкты компания. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.